Слушаем. Вот. Дальше можно посмотреть задачи, которые вы делали раньше. Если что, их можно отсюда скачать, посмотреть ID и так далее. И на что я хотел бы обратить ваше внимание, это на вкладку Quantum Compose. На самом деле это огромный плюс платформе IBM Quantum Experience, потому что наличие такого интерактивного создателя квантовых схем как бы сильно снижает порог входа в квантовые вычисления на этой платформе. Например, если я абсолютно ничего не знаю о библиотеке Qiskit, я все равно могу, пока говорю несколько слов, моментально приготовить состояние Bell. И даже проверить, что это действительно состояние Bell, потому что здесь мы видим, что вероятность единиц 50% и частота половина. Или даже ГХЦ. Можно добавить несколько измерений. И прямо из этой платформы запустить задачу на настоящем квантовом компьютере или на симуляторе. Также здесь автоматически генерируется код, использующий библиотеку Qiskit, который описывает создание этой квантовой схемы. Поэтому это отличный способ некие самые простые вещи изучить прямо вот здесь в интерактивном режиме. Вот этот код можно затем открыть в квантовой лаборатории. Квантовая лаборатория – это блокнот Юпитер. То есть здесь у нас используется язык Python. Программный код у нас расположен в ячейках. И эти ячейки мы можем друг за другом запускать. Все сохраняется. Это первое. Второе. Вот этот код мы можем здесь изменить, что-то еще изменить и дальше использовать. Ну, на мой взгляд, это такой отличный лайфхак для того, чтобы просто начать делать квантовые вычисления, а потом уже вдаваться в подробности. Дмитрий, можно еще вопрос такой? Вот когда вы конструировали схему прямо из элементов логических, вы же не указывали, на каких конкретно кубитах будет выполняться та или иная операция. А вы говорили нам, что они не равнозначны. Как выбирается это квантовым компьютером? Смотрите, здесь у меня квантовая схема, линиями обозначены кубиты Q0, Q1, Q2. И я на самом деле просто перетаскивал вентили и ставил их в определенное место. Они действуют на определенный кубит. Цинод у него 2 вентиля. Если мы хотим, например, их как-то поменять, можно 2 раза кликнуть за эти настройки, вот уже цинод будет, у него будет контрольный Q0, а таргет будет Q2. Сейчас эта схема не учитывает специфику того квантового компьютера, на котором она будет применена, потому что считается, что вот эту квантовую схему можно, в принципе, сделать на любом доступном квантовом компьютере, но у них, например, может быть разная связанность.
или какие-то другие разные параметры. И подгонка квантовой схемы под квантовый компьютер будет осуществляться на этапе транспиляции. Сейчас будет задача о неравенстве Белла, там как раз будет оттранспилирована схема для измерения неравенства Белла. Понятно, спасибо. Так, теперь давайте перейдем к задаче о неравенствах Белла. Одну секунду, сейчас не загрузится. Как вы, наверное, помните из оптики, задача о неравенствах Белла выглядит следующим образом. У нас имеется источник перепутанных по поляризации фотонных пар. Например, он может генерировать фотонные пары в состоянии Белла фи плюс. HH плюс PV. После этого каждый фотон проходит через полуволновую пластинку, а затем падает на поляризационный светоделитель. Фотоны регистрируют два как бы, персонажа, обычно называемых Алисой и Бобом. Каждый раз, когда у нас как-то установлена полуволновая пластинка и поляризатор, Алиса регистрирует фотон. При этом, если фотон прошел через поляризатор прямо, например, Алиса пишет у себя плюс один. Если фотон отклонился, Алиса пишет минус один. То же самое и Боб. То есть Алиса и Боб для каждой конкретной оптической схемы записывают у себя, прошел фотон поляризатор или отклонился в нем. После этого Алиса и Боб усредняют полученные результаты. То есть если для конкретной фотонной пары фотоны оба прошли или оба отразились, они у себя пишут плюс один. Если один из фотонов прошел, другой отразился, они пишут минус один. И затем вычисляют так называемую величину S. Для этого они берут 4 различных эксперимента. У Алисы и у Боба будет по 2 направления поляризации фотонов, которые пропускает или отражает поляризатор. И всего будут 4 их комбинации. Они вычисляют величину S, и если у нас верна классическая механика, то S по модулю должно быть меньше равно 2. Однако в квантовой механике это неравенство может нарушаться при некоторых значениях поляризации фотона, пропускаемых светоделителем. Если мы расположим направление поляризаторов Алисы и Боба, А-штрих для Алисы, Б-штрих для Боба, таким веером, и построим зависимость от угла, то мы получим следующий график. Давайте теперь сделаем то же самое на квантовом компьютере. Все начинается с того, что мы импортируем некоторые библиотеки, которые у нас ответственны за то, чтобы воплотить идею кубита, квантовые схемы на квантовом компьютере. В частности, например, класс Quantum Circuit у нас ответственен за идею квантовой схемы, а Quantum Register за квантовый регистр. Он может представлять собой, он представляет собой несколько кубитов. В данном случае нам понадобится квантовая схема, состоящая из 2 кубитов и 2 классических битов, которые будут записываться результаты, прошел фотон или нет. В данном случае кубит измерился в состоянии 0 или в состоянии 1.
Изначально все кубиты инициализируются в состоянии 0 автоматически. После этого мы начинаем приготавливать квантовое состояние. Сперва мы применяем операцию Адамара к кубиту 0 и операцию Цинот к кубиту 0 и 1. То есть контрольный 0, таргетный 1. После этого мы создаем квантовую схему, которая ответственна за измерение. Она также состоит из двух кубитов и двух классических битов. Мы применяем операцию RY, поворот кубита на сфере Блоха вокруг оси Y на угол A, и эта операция применяется к кубиту 0. Также мы поворачиваем кубит Q1, первый кубит, вокруг оси Y на угол B. И добавляем измерение. Результат измерения кубита 0 запишем в классический регистр 0. Результат измерения кубита 1 запишем в классический регистр 1. Для того, чтобы получить полную квантовую схему, мы их как бы сложим. В результате мы получим следующее. Прошу прощения, сейчас у операции рисования квантовой схемы какой-то баг, и поэтому она все время рисует в двойном экземпляре. Итак, здесь у нас приготовлено состояние Белла. После этого мы поворачиваем состояние кубита вокруг оси Y на угол А. Состояние кубита Q1 вокруг оси Y на угол B и измеряем наши кубиты. А почему мы здесь применяем операцию RY? Операция RY в матричном представлении имеет следующий вид. И она совпадает с матрицей поворота, за исключением того, что угол у нас, угол поворота в два раза меньше. То есть фактически мы здесь применяем что-то вроде полуволновой пластинки для того, чтобы немного повернуть поляризацию. После этого мы задаем квантовый компьютер, на котором мы будем выполнять вычисления. Для сравнения, вычисления будут проведены также на симуляторе, в котором шумы, характерные для квантового компьютера, полностью отсутствуют. Для того, чтобы посмотреть свойства бэкэнда, мы можем или зайти в раздел Quantum Services, или прямо здесь просто ввести объект этого бэкэнда в терминал, и у нас откроется виджет, на котором показаны свойства квантового компьютера. Затем мы должны провести транспиляцию нашей квантовой схемы. Мы до этого создали квантовую схему Circuit, и мы ее транспилируем для того, чтобы ее можно было выполнить на квантовом компьютере LIMA. И параметр Optimization Level 1 у нас говорит, насколько сильно может транспилятор изменять нашу квантовую схему, чтобы ее каким-то образом оптимизировать. Пример результата работы транспилятора показан здесь. Как мы видим, оператор Адамара у нас разложился на три других оператора. Оператор RZ – это поворот вектора блока кубита вокруг оси Z на угол π пополам. После этого операция корень из X и снова RZ на π пополам. Цинот здесь остался как есть. Ну и дальше все повороты представлены здесь. У нас используются два кубита Q0 и Q1, а дополнительные кубиты у нас просто названы дополнительными.
это сделано только из-за того, что нам нужно как бы иметь все кубиты квантового компьютера в нашей квантовой схеме. Дмитрий, два вопроса возникло. Можно вас спросить? Во-первых, вы сами выбираете, на каком из компьютеров решать? И по какому принципу вы выбираете? Это первый вопрос. А второй вопрос сразу же, извините за наивность, а что за операция корень из X? Первый вопрос. Да, конечно, я сам выбираю, на каком компьютере. До этого я задал бэкэнд Лима. На самом деле здесь бэкэнд Лима был выбран по одной простой причине. В тот момент, когда я проводил эти вычисления, на нем не было очереди большой. Поэтому мне не нужно было очень долго ждать, пока будут результаты. Например, на компьютере с 15 кубитами, там очередь может занять несколько часов. Операция корень из X. Это такая операция, которая, будучи примененной два раза, дает нам X на самом деле. Если мы ее посмотрим на сфере Блоха, во-первых, можно открыть глоссарий, и если забыли, что это за квантовая операция, ее посмотреть вот здесь. Здесь сказано, что это операция вокруг оси Мне кажется, поворот вокруг оси X на пи пополам. Два раза да. Получается пи. Да, я просто, чтобы лучше не сесть, лучше уточнить. Вот. А в матричном представлении это выглядит следующим образом. Ну и для квантового компьютера это на самом деле импульс площадью пи на 4, если мы говорим о квантовой системе двухуровневой. Да, понятно. Прошу прощения, пи пополам, да. Угу. Так. После этого мы набираем как бы набор экспериментов, которые нам необходимы. Мы объявляем пустой список и в него добавляем измерения. Измерение следующее. У нас есть угол тета между векторами поляризаторов. И мы назначаем параметры А и Б, которые мы до этого ввели, и добавляем их в схему. Например, для измерения как бы одной точки параметра S нам нужно 4 измерения. В первом угол А у Алисы равен 3 тета, у Боба угол B равен 2 тета и 0. Или же у Алисы угол А равен тета, ну и у B угол у Боба тоже 0 и тета. То есть 4 различных комбинации. Мы их добавляем в список. Для всех тета, для которых мы хотим провести эксперимент, мы как бы их добавляем в итоговый список. И после этого мы можем отправить нашу задачу на квантовый компьютер. Или на симулятор. Извините, Дмитрий, еще раз переспрошу. Вы говорите про поляризации, но это, наверное, только аналогия. Это аналогия, да. Потому конечно, что на самом деле кубиты это не на основе поляризации сделаны. Да, разумеется, прошу прощения, мне просто
так легче рассуждать, я из квантовой оптики родом. Вот. Да, да, разумеется, это тета, это поворот вообще вокруг оси. Вот это поворот вокруг оси Y на угол 3θ. Вот это какой-то электромагнитный импульс. Да. Да, после этого мы запускаем нашу задачу на квантовом компьютере Лима. Указываем параметр shots 8000. Это означает, что для каждой квантовой схемы, например, той, в которой угол А равен там, 10 градусов, угол Б равен, не знаю, 20, например, градусов, мы будем эту схему прогонять 8000 раз. Каждый раз у нас будет происходить измерение. Оно будет записано в классический регистр. Там будет 0,1, 0,0. 1.0, 1.1, и мы в результате получим гистограмму из результатов 8000 измерений, в которой будет показано, сколько раз какое измерение у нас выпало. Также задача для сравнения проведена на симуляторе. После того, как мы отправили задачу, она на квантовом компьютере считается. У каждой задачи есть свой уникальный номер, нечто вроде билета, по которому мы обратно можем получить результаты. Результаты в виде количества выпадений различных итогов. После этого мы преобразуем некоторым образом наши результаты. Ну, это на самом деле технический момент. Из-за того, что у нас измерение происходит на симуляторе, тут некоторые результаты могут просто не выпасть, потому что нету шума. И для как бы упрощения работы надо было проделать вот эту вещь. После этого мы вычисляем среднее значение, то, что было обозначено вот здесь как А и Б. То есть мы смотрим, когда у нас кубиты измерились в одном состоянии, смотрим, когда в разных, и смотрим, насколько часто у нас совпадающие результаты относительно того, насколько у нас результаты не совпадают. И на основе этих данных вычисляем величину S для всех результатов наших измерений. После этого мы можем построить следующий график. Здесь синяя кривая – это результаты измерения на симуляторе, а оранжевая кривая – это результаты на настоящем квантовом компьютере. Здесь можно, наверное, выделить два аспекта. Первое – то, что действительно оранжевая кривая довольно хорошо похожа на синюю, но все же она с ней не совпадает. И стоит вопрос о том, почему же так происходит. Каков главный источник ошибки, мешающий провести точный эксперимент? Оказалось, что главная ошибка состоит в том, что при операции измерения путаются состояния 0 и 1. То есть в том случае, когда мы должны были измерить состояние кубита 0, результат измерения дает единицу. И наоборот. Мы можем представить это равенство следующим образом. В среднем количество выпадений нуля на каком-то кубите, оно
пропорционально сумме от того, что у нас кубит был измерен правильно, то есть должен был быть измерен 0, мы получили 0, на вероятность того, что должен быть измерен 0. Плюс вероятность того, что должна была быть измерена единица, и мы совершили ошибку. То же самое для оценки того, сколько у нас выпадение единиц. Подождите, как-то странно звучит. Простите, пожалуйста, вот первая строчка. Да-да. Если мы должны измерить 0, то вот этот p от 0 и p от 1. Если мы должны получить 0, соответственно, p будет от 0 единица, а p от 1 0. И, соответственно, вот этот вклад с ошибкой, с вероятностью, которая дается в результате измерения, он не будет учитываться, потому что p от 1 0, если я правильно понимаю рассуждение. И как бы вроде бы просто должен быть какая-то вероятность, видимо, не единичная, которая получается p от, ну, p от нуля, нуля, вот как там написано, не, как правильно прочитать. Да, 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 да. Так. Ну, да, наверное, это так и есть. Нет, я здесь где-то ошибся, потому что смысл в том, что если мы должны измерить 0, то с какой-то вероятностью мы получим и единицу. Ну да. Очевидно, единица плюс это вероятность. Подождите секунду. P от нуля и P от единицы – это, например, мы приготовили квантовое состояние, и теоретически мы должны получать 0 с вероятностью P от нуля. Единицу с вероятностью P от единицы. Uh-huh. А P от нуля при условии 0 – это вероятность того, что мы измерим 0 при условии, что был приготовлен 0. Понятно. Я понял. Да. Угу. Да. И получается, если мы приготовлен p от 0, то среднее количество нулей у нас будет вот такое, среднее количество единиц будет определяться целиком ошибкой. Ну, скобочку надо закрыть еще. Да, да, согласен, да. Хорошо. Вот тут. И вот здесь, наверное. Спасибо. Стало быть, если мы сможем измерить вот эти величины, то есть вероятность не ошибиться, вероятность ошибиться, то мы можем на основе вот этих двух величин вычислить наши исходные вероятности, оценить, сколько было бы отчетов в случае, если бы мы не ошибались. Здесь ситуация показана для одного кубита, но она обобщается на большее количество кубитов. Для того, чтобы эту операцию провести, нам нужно обратиться к модулю, который разработчики Qiskit ассоциируют с огнем. Он посвящен уменьшению влияния ошибки. Мы должны импортировать функцию, которая у нас будет как бы очищать наши результаты измерения от ошибки, а также класс, который ответственен за всю работу соответствующую. В самом начале мы задаем кубиты, которые мы измеряем, и ошибку измерения которых мы хотели бы устранить. Также создаем список всех кубитов квантового компьютера. После этого мы получаем набор измерений, которые необходимы для получения вот этих вот вероятностей, вероятности ошибки. И state labels – это просто название ключей, counts, которые будут там фигурировать. Это технический момент. Например, одно из калибровочных измерений выглядит следующим образом. Первые два кубита мы приготавливаем в состоянии 1 и 1.
это операция NOT. После этого мы их измеряем. Далее эта задача запускается на квантовом компьютере. И мы можем посмотреть калибровочную матрицу. Здесь у нас показаны приготовленное состояние и измеренное состояние. И мы видим, что с довольно хорошей точностью, что мы приготовили, то измерили. Но есть вероятность ошибки. Лично для меня, что оказалось сюрпризом, это следующее. Оказалось, что не всегда у нас вероятность ошибки как бы факторизована. То есть оказывается, что если мы будем учитывать ошибки на каждом кубите, независимо от ошибок на других кубитах, то как бы наше улучшение точности будет значительно меньше. Видимо, здесь еще в итоге учитывается какое-то влияние кубитов друг на друга, их измерительных сигналов. Далее мы применяем объект, который ответственен за уменьшение шума. Проделано все то же самое, и давайте теперь посмотрим на результат. Красная кривая – это симулятор, то, что мы должны были бы получить в идеальном случае. Синяя кривая – это наши исправленные результаты, а зеленая – это неисправленные результаты. И как мы видим, действительно, на таких маленьких задачках самый главный источник ошибки – это измерительный шум. Если его исправить, получается довольно правдоподобный результат. Дмитрий, еще раз, чтобы уяснить. То есть здесь пока не симулируется какой-то код коррекции ошибок? Да, это не код коррекции ошибок, это коррекция именно измерительного шума. Да. Угу. Но все-таки здесь у компьютера 5 кубитов, и их просто бы не хватило, чтобы на 2 кубита сделать коды коррекции ошибок. Конечно. Да. Угу. Насколько я знаю, минимальный код коррекции ошибок хороший. Он как раз должен на 1 кубит, 5 кубитов все использовать. Угу. Так, теперь давайте перейдем к следующему примеру. Это задача квантовой томографии. Если мы знаем матрицу плотности, то с помощью уравнения фон Неймана мы можем вычислить математическое ожидание любой наблюдаемой, которую только мы сможем придумать. Задачей квантовой томографии является наоборот. Найти матрицу плотности при условии, что мы можем проводить различные эксперименты над исследуемой квантовой системой. Сама квантовая томография также уже является стандартной программой, стандартным модулем QiSKit, и позволяет измерить квантовое состояние, приготовленное некоторые квантовые схемы. Здесь мы также проводим измерение на квантовом компьютере IBM QLIMA. И в самом начале, чтобы уменьшить измерительный шум, мы проводим калибровочные измерения, о которых было упомянуто выше. Сейчас давайте создадим квантовую схему, которая подготавливает состояние Белла-Т+. Делается это очень просто. Нам нужно взять оператор Адамара, применить его к кубиту Q0
и запутать кубитку 0 и Q1 с помощью операции C0. Квантовая схема выглядит следующим образом. Для того, чтобы узнать, какое состояние данная квантовая схема должна приготавливать, для того, чтобы вычислить квантовое состояние, которое приготавливает данная квантовая схема, мы можем использовать квантовый симулятор, так называемый state vector симулятор, который последовательно применяет вентили к квантовому состоянию, которое было на входе нашей квантовой схемы, и вычисляет квантовое состояние на выходе квантовой схемы. И, как мы видим, действительно, эта квантовая схема должна приготавливать состояние φ плюс. 0,7 – это будет единица поделить на корень из двух. Процесс квантовой томографии заключается в том, что мы измеряем состояние кубита в различных базисах. Для того, чтобы реализовать этот набор этих измерений, мы функции, которая называется State Tomography Circuits, подаем исходную квантовую схему, а также список кубитов, которые мы хотим измерить. Эта функция добавляет к нашей исходной квантовой схеме измерения в различных базисах. Например, здесь у нас кубит Q0 измерен в лабораторном базисе, а кубит Q1, ну, в оптике это соответствует измерению в диагональном базисе. То есть здесь у нас будет значение 0, если кубит имеет значение 0 плюс 1 на корень из 2, и 1, если кубит имеет значение 0 минус 1 поделить на корень из 2. Именно вот здесь до барьера. Так же, как раньше, мы квантовую схему транспилируем и отправляем ее на квантовый компьютер. Проводим операцию по очистке измерения от измерительного шума и вычисляем матрицу плотности. А можно еще раз, я пропустила, да-да, видео. Что такое очистка измерений от измерительного шума? Мы учитываем то, что квантовый компьютер. Да-да, мы учитываем то, что квантовый компьютер при измерении состояния кубита иногда делает ошибку. Он измеряет, например, единицу в случае, когда должен был бы измерить ноль. А как это в случае единичного измерения? Если у вас единичное измерение, как вы можете сказать, вот тут ошибка, тут не ошибка? А тут не единичное измерение, конечно. Здесь у нас на каждый эксперимент приходится 8000 повторений. То есть вот эта квантовая схема, которая измеряет два кубита, она измеряется 8000 раз. Понял. Да, сейчас на самом деле есть такая аббревиатура, называется NISK. То есть квантовые компьютеры среднего размера, которые испытывают значительное влияние шума. Вот. И здесь на самом деле почти единственный способ избавиться от шума, в данном случае измерительного, это набрать статистику.